Раскрой свою личность. Съемки? Съемки клипа Изи? Где мы находимся? Мы здесь для съемок Изи. Мемберы очень ленивые сейчас. Они очень расслаблены, да? Хёнджину понравится. Сынмин, бей не по колесу, а по главному телу. Я думаю, теперь знаю, что чувствуют люди, которые нас снимают. Это очень утомительно. Мои руки очень болят. Внимание, начали! Я думаю, что круглые предметы — самые страшные вещи в мире. Мила. Как я выгляжу? Он Пеннивайз. Ненавижу это больше всего. Эй, Пеннивайз так не дерется. Стой, Лена, сделай это. Сделай так. Вот так. Он выглядит страшно. Я не понял, откуда этот звук. Серьезно. Почему я слышу собаку? Я подумал, что будет собака в этот раз. Это вот что. Это Сынмин? Сынмин, тебе идет. Тебе подходит. Ты выглядишь мило. Изи, станцуй, Изи! Волосы, чёлк. Он выглядит так, будто трогает чёлк. Вау, его язык очень детален. Как настоящий. Хорошо? Немного. Нормально? Не-не-не. Думаю, так лучше. Я могу тебя ударить. Я собираюсь быть водным львом. Чего? Подожди. Уши слишком большие. Я
Вы можете отдохнуть, пока мы меняем линзу. Я почти устал. Ребята, о чем вы думаете, когда слышите Хёнджин и Чанбин? Или Лама и Двеки? Ответ – танец в паре. Как в мирах. Я ударяю Хёнджина, а потом его поднимаю. Это будто я ударяю его и оказываю помощь. А потом мы бьемся с врагами вместе. Сделал просто как ЕС. Почему я не могу правильно сделать? Хочу снова стать школьником. Иногда не хотел быть взрослым. Старые добрые времена. Напоминает мне школьную форму. Белая рубашка и хлопковые штаны. Чего смотришь? Что? Я только с драки, не злите меня. Я тоже там был. Один против ста. Я был в числе ста, и ты тоже. Нас избили. Один парень был очень сильным. Мы про этого парня. Что? Самый устрашающий парень в мире. Агент слишком милый. Вместо настоящей улыбки можешь хмыльнуться? Он еще не умеет выглядеть подло, из-за его улыбки кажется, что рейтинг G. Но когда выходит Лино, становится PG-14, PG-15. Да! Просто слушай сердце и пристально смотри. Смысл песни иди в том, что все просто. Все будет легко работать. Эта песня полна свега. При прослушивании этой песни вы почувствуете себя крутым, поэтому, пожалуйста, насладитесь ею. Я очень надеюсь, она вам очень понравится. Вон, ты выглядишь красиво. Ты снимаешь? Да. Это видео? Да. О, хорошо, тогда я не буду разговаривать. Так, дай мне смотреть в камеру. Ты очень привлекательный сейчас. Что это? Хан, это интервью. Интервью? Я снимаю всех, когда они наиболее привлекательные. Да. Будь привлекательным. Хорошо, давай я тебе расскажу, как быть привлекательным. Давай. Ну, во-первых, причешите свои волосы. Потом разворачивайте спиной. Спина такая широкая. Это идеальная линия V. Так привлекательно. Сынмин, с каких пор ты такой красивый? Ты правда очень красивый. С 19. Смешно, как люди серьезно к этому относятся. 19-летний. С 19 лет? Это потому что... Я.
был красивым с самого рождения. Стойте, вы говорите в одно время. Потому что... Я красивый с самого рождения. Чайбин, ты говоришь в одно время с ним. С тех пор, как я встретил Стэй. Хорошо, дай-ка я пристально смотрю. Сынмин выглядит вроде бы более резким. Он больше не щеночек. Это из-за этого парня. Тогда я буду щеночком. Слишком ярко. Мы будем стараться сделать так, будто мы собираемся совершить побег. Нам нужно выглядеть, будто мы направляемся в убежище, где были утром. Накачанная, очень накачанная. Да ладно тебе, давай, раскрой их, покажи. Подождите! Мой фонарик не включается! Поехал! Беги, пожалуйста! Перевод Стейру. Озвучила Кадзе. Услышимся.